Дзюмбиунду — это комплекс, созданный Чжун Мияги, основателем школы Гудзюрю, после его первого визита в Китай. Из того, что я разговаривал с, вот, со старыми мастерами, Дзюмбиунду — это прямой аналог Дзебиньгун. Скажите, ушу кто-нибудь занимался? Вообще кто-нибудь представляет, что такое Дзебиньгун? Супер, да? То есть тогда для тех, кто не представляет, Дзебиньгун — это простые достаточно в исполнении упражнения, которые являются при этом технической базой стиля. То есть они вырабатывают в теле те качества, те связи и те кондиционные аспекты, которые необходимы для понимания, освоения того технического арсенала, который несет тот или иной стиль. Поэтому в каждом стиле ушу, например, дзебиньгун свой. То есть в Тайдзи Цюань свой дзебиньгун, я не знаю, там в Сины свой дзебиньгун, да, в стиле тигра свой дзебиньгун. То, что представляет собой дзюмбиунду, это прямой аналог дзебиньгун. Поэтому очень важно понимать, что дзюмбиунду — это не разминка. Я как-то общался с тогда еще живым Аничи Мияги сенсеем, и он очень интересную вещь сказал. Он сказал, что когда люди приходили раньше в старое Гудзюрю, а первое время они делали только дзюмбиунду. То есть, как он сказал, 2-3 часа дзюмбиунду. То есть человек приходил, делал дзюмбиунду и уходил. И это была его тренировка. И, в принципе, это правильно, да, потому что его тело подготавливали к тому, что будет происходить дальше. То есть, фактически, дзюмбиунду — это дверь в стиль, да, то есть, вы, если вы в эту дверь сможете зайти, дальше уже начинается формирование специфической структуры за счет санчин, ходжиунду и так далее, да. Но первое, с чем вы знакомитесь, это дзюмбиунду, потому что оно вырабатывает определенные кондиции тела. Что мы делаем первым? Мы переносим вес тела немного на внешнее ребро стопы. И делаем движение. Представьте себе, что вы стоите на полотенце, а полотенце лежит на льду. И если я включу приводящие мышцы ног, то есть начну их стягивать к центру, то полотенце, которое лежит на льду, начнет собираться между ногами в гармошку. Да? Вот мы делаем ровно то же самое усилие. Мы собираем полотенце в гармошку, у нас очень сильно включилась вся вот эта вот сторона. Да? Теперь смотрите. Не отпуская это натяжение, мы переводим на внутреннее ребро стопы и растягиваем полотенце, чтобы у него не осталось ни одной морщинки. Теперь ставим стопы полностью на землю и делаем захват пальцами за землю, как будто мы очень сильно хотим в нее вцепиться. То есть что у нас происходит? На первом этапе мы включаем всю систему, вот приводящие мышцы ног, плюс все связки, сухожилия, которые находятся с внутренней стороны бедра. На втором этапе мы делаем все то же самое с внешней стороной бедра. А на третьем этапе мы включаем, соответственно, бицепс и квадрицепс, гипотицепс. Да? То есть мы работаем, смотрите, давайте теперь вместе со мной, к центру. Сейчас мы находимся на внешнем ребре стопы. К центру, от центра захват пальцев. И поехали. Ични-сан. Очень важно поймать плавающее напряжение. То есть вот посмотрите, пожалуйста, сейчас сядьте на секундочку. Просто это важно. Смотрите, не так. Вы должны передавать импульс с мышцы на мышцу без пауз. То есть ични-сан. Окей? Попробуйте. Сильно переводим внешнее ребро стопы. Дальше пойдут все упражнения, которые мы сейчас будем делать. Это упражнение и первое тоже. Мы работаем с балансом, с центром тяжести. Да? Смотрите, вот из этого положения уходим вниз на внутреннее ребро стопы и опускаемся до контакта коленей. Ич. Ни. Спина остается прямой. Все передвижения у вас немного гуляют бедра. То есть все переводы с ребра на ребро за счет бедер, но не за счет наклона спины. Ич. Ни. Сан. Следующее упражнение. Мы поднимаемся на носочки и резко перекатываемся на пяточку. На носочки спокойно, на пяточку резко. Го. Баланс. Рук. Сич. Хач. Ку. Джи. Положение ноги параллельно. Я буквально на несколько миллиметров отрываю пятку от земли. Не надо ее поднимать очень высоко.
чуть-чуть отрываю пятку от земли и выворачиваю наружу. Чуть-чуть отрываю пятку и выворачиваю наружу. Когда я принял это положение, пальцами ног я захватываю за поверхность, в данном случае за татами. И возвращаю пятку на место, не отпуская этот захват. Маркером правильности выполнения является большой и следующий за ним палец. Они должны отделиться от остальных. То есть ощущение, которое должно у вас возникать, подушечки стопы и пальцы становятся как присоска, да? То есть мы с вами очень-очень плотно прижимаемся к поверхности, и когда мы возвращаем пятку на место, вот этот контакт с поверхностью не пропадает, а усиливается. Мы как будто саморез в землю завинчиваем с помощью пальцев ноги. Попробуем. Ич. Ни. Сан. Следующее упражнение такое очень забавное, при этом очень полезное. Оно полезное как технически, потому что дает очень хорошо почувствовать стопу, так и для здоровья, как ни странно, потому что вот это упражнение следующее, это прям спасибо вашему сердцу, да, вы говорите, а сердце говорит вам спасибо, потому что вы помогаете процессу кровообращения, то есть вы помогаете сердцу поднимать кровь снизу. Очень полезное упражнение, это уже мнение одного хорошего кардиохирурга. Вам необходимо пойти вперед, используя только пальцы ног. Только, сразу говорю, что не надо читинговать, да? То есть вот это иллюзия, что я иду вперед, используя пальцы ног, да? Вы действительно должны идти вперед, используя пальцы ног. То есть вот я продвинулся, вот я продвинулся, вот я продвинулся, вот я продвинулся. То есть я иду вперед, используя только пальцы ног. Попробуем. Ич. Ножку подняли. Никакого технического смысла, кроме одного. Равновесие. Это тоже очень важно. Например, когда мы знакомимся с Катой Сайф, она много очень посвящена равновесию. Поэтому вот это упражнение, поставьте ногу, оно очень важно на самом деле. В чем его фишка? То есть вам сейчас нужно быть стоя на одной ноге, совершать сложные технические действия. Как то? Вращать стопой и одновременно вращать колено. И при этом не терять равновесие. Фишка этого упражнения заключается в следующем. Смотрите, если в момент, когда я поднимаю ногу, мое бедро остается впереди, мне будет очень крайне сложно удержать. Я поднимаю колено, поясница моя прогибается, и таз уходит назад. То есть я не теряю центральную линию спины, и как будто немножечко, смотрите, сажусь на поясницу. И вот в этом состоянии держать равновесие мне будет намного проще, да, и я могу так долго стоять. Приготовились, но я на колени. Теперь смотрите, когда я сейчас буду садиться, я в буквальном смысле пальцами цепляюсь за колени, руки становятся прямыми, и они как тросики натягивают линию плеча и колена. Спина идеально прямая. Ич. Ни. Также тросики натягиваются. Ни. Сан. И вот это положение. Смотрите, я нахожусь сейчас в стойке мусубидачи. У меня пятки вместе, носки врозь. В этой стойке мне нужно сделать широкий шаг, не потеряв это положение стоп. То есть такой немножко борец сумо, да? Смотрите, я отрываю ножку и падаю в эту сторону. Ищ. Теперь у меня стопы остались по 45 градусов. Я сажусь в данном случае на левую ногу. Сажусь на левую ногу. А вот эту точку правую бедра начинаю забирать в себя. Одновременно левой рукой толкаю колено наружу. Ич. Ножку перпендикулярно этому положению. Руки здесь. И смотрите, я начинаю садиться вниз, просто обвисая на собственных руках. То есть вот прям вниз, 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 чтобы я повис на системе собственных костей, связок. И поработаем. Ич. Ни. Сан. У меня спина должна стать вот идеально, абсолютно прямой. И в этом состоянии начинаю опускать попу как можно ниже, одновременно локтями давлю на колени. Ищ. Не теряя прогиб поясницы и лопатки. Правильное понимание работы связок, которые выводят ногу на удар ногой, собственно. Да? То есть они дают представление о динамике и технике взрыва, который вам необходим, чтобы быстро ударить. Упражнение очень простое.
Я опускаю руки так, чтобы мои трицепсы легли мне на грудь. Да? То есть, естественно, поэтому руки должны находиться внутри естественной границы тела. Да? С этого момента руки не участвуют в движении. Они становятся просто мишенью. То есть я опускаю плечи, чтобы их там зафиксировать, да? И ни в коем случае не делаю движения ни навстречу ноге, ни от ноги. Это просто мишень. Чтобы эта мишень была реально мишенью, я большие пальчики как можно сильнее прижимаю к границе ладони, чтобы вот эту точку ладони немножко как бы вытолкнуть вперед. То есть ладонь становится очень крепкой. Само упражнение. Мне нужно нанести очень резкий удар ногой. При этом я не должен раскачивать бедрами. Я не должен раскачивать спиной, да? На самом деле я делаю следующее. Чтобы этот удар состоялся, смотрите, что я делаю. Я сначала немножко подкручиваю таз, создавая как бы натяжение от пятки к бедру. И когда мне нужно ударить, я это натяжение отпускаю. Чуть-чуть под него сажусь, но без сгибания ноги. Понимаете, да? Давайте попробуем. Ич, ни, сан. На один счет вперед диагональ. Ич, ни. Почему? Поэтому следующее упражнение сложно координационное. Прямо-прямо на нами. Приготовились. Плеча. Сядьте, пожалуйста. Мы будем делать простой мах ногой. Но с точки зрения выставления тела, это очень хорошее упражнение. Потому что, смотрите, что нам нужно сделать. Нам нужно сделать мах ногой так, чтобы наше тело осталось фронтальным по отношению к этому маху, чтобы спина осталась прямой, чтобы таз не участвовал в движении, и чтобы пальцы ноги коснулись середины ладони. То есть не так, не так, и тем более не так. Это очень важный навык потом для постановки удара без выноса бедра. По козырю бьют прямой удар без выноса бедра, что позволяет, например, наносить его вот с такого расстояния, да? Потому что здесь его некуда выносить. Спасибо. Скорость удара, в первую очередь, зависит от того, насколько быстро вы можете поднять ногу. Упражнение очень простое. Ваша задача сейчас, вообще, с точки зрения как бы тела, да, нету особых критериев. Кроме одного, спина должна оставаться прямой. Задача сделать этой ногой как можно более высокий мах, прямой. В идеале коснуться бедром груди. Правильная техника ведет к правильному результату. Когда я поднимаю руки, не так. Смотрите, по кратчайшему расстоянию. То есть я увожу ладони в положение, как будто я что-то держу, да, на уровне головы. И отсюда поднимаю. Теперь отсюда я начинаю опускаться. Движение начинается с поясницы. То есть я не стою прямой, как палка, и начинаю опускаться. Движение начинается с поясницы. То есть я обеспечиваю себе прогиб поясницы положением таза назад. И отсюда начинаю по этому прогибу опускаться вниз до контакта ладоней. Отсюда поднимаюсь. И моя задача забросить ладони. Многие это упражнение делают как хлопок себе по жопе, да? Нет. Задача забросить ладони как можно ближе к центру поясницы. И отсюда, оставляя локти сзади и опираясь на эти локти, я начинаю наклоняться до состояния, пока не увижу стену сзади. Окей? Попробуем. Если вы не знаете Тора Учи, да, а этому надо посвящать отдельный семинар, да, вот этому вот перебору руками, поэтому если вы не знаете, вы просто делаете, смотрите, я буду делать Тора Учи, а само упражнение, это будут наклоны в разные стороны. Вы просто делаете наклоны из положения здесь, да? То есть вы пропускаете этап Тора Учи и делаете наклоны из положения здесь. Хорошо? Остальные, кто знают, что такое Тора Учи, делают со мной. Я несколько раз делаю к вам спиной, чтобы вам было проще синхронизироваться, потом повернусь. Ич. Ни. Сан. Ич. Ни. Сан. Хорошо. Семь.
Самая распространенная ошибка в этом упражнении. Вот это положение тела. Вы ничего не тянете и ничего не происходит. Смотрите, я исправляю это положение. Сделай, пожалуйста, лицо. То есть вся работа происходит так, как будто вот это все узкий коридор. Вот здесь стена и вот здесь стена. И он не... Вот! Вот теперь это правильный наклон. Руки должны выйти на одну линию, да? Когда... Это первый этап. Второй этап, когда он принял это положение, он начинает выпрямлять руки. И одновременно вот эту ногой толкаясь пяточкой в землю. Создавая отсюда и до пятки очень мощное натяжение. Спасибо. То есть, два этапа. Этап первый. Наклон. Смотрите, вы не наклоняете. Почему все, чаще всего делают вот эту ошибку? Начинают наклоняться. Вы не наклоняетесь. Вы ввинчиваетесь. То есть первое, что у вас должно произойти, вы плечо выставляете на линию наклона. Плечо. И теперь по линии плеча начинаете наклоняться в эту сторону. Вот я принял правильное положение. Это первая фаза. Но я еще не натянулся. Теперь я начинаю вот этой ножкой отталкиваться немножко от земли, чтобы перенести опору больше на ту ногу и одновременно выпрямлять руки. Окей? Мы сейчас будем делать на два счета. На первый счет мы принимаем позицию, на второй растягиваем себя, чтобы почувствовать вот именно этот момент. Это очень-очень важно. Приготовились? Есть очень простой метод. Если я хочу, чтобы у меня рука не в таком положении была, это ошибка, да? А чтобы она опять же вышла вот на ту же самую перспективу, как и при наклоне в бок, когда я стартую из-за головы. И когда я начинаю наклоняться, я стараюсь, чтобы рука как можно дольше задержалась за линией головы моей. Окей? Приготовились. Ич-ни-сан. Сильная работа ног. То есть я сделал движение, у меня коленки согнуты, да? Я не разворачиваюсь как робот, я себя выталкиваю в это движение, одновременно чуть выпрямляя ноги. Приготовились? Смысл в чем? Такое же точно начало, дальше происходит следующее, смотрите. Это элемент из ката сэпай. В ката сэпай он выглядит следующим образом. Техническое объяснение бросок. Куда? В данном случае мы в дзюмбиунда очень много элементов из ката. Очень много, да? Практически каждое вот это вот движение, это является корнем какого-то движения из ката. Корнем. Да? В данном случае вот это движение мы с вами поняли. В чем его фишка заключается? Смотрите. Само по себе упражнение выглядит так. Нам нужно войти руками в штопор. Да? Для этого нам необходимо... Основная ошибка какая? Пропускают элемент движения вперед. Начинают сразу вращаться в штопор. Да? Сейчас можно сидя. Ручки вот так делайте. Смотрите, если мы с вами пошлем руки вперед, так, как будто мы хотим локти соединить в центре. Да, но руки остаются пересеченными. Сделайте движение быстро. Чувствуете, у вас ощущение, как будто в мышцах спины отдается удар. Да? Есть такой момент. Еще попробуем. Хорошо. А теперь, как только у вас в мышцах спины появилось ощущение удара, да, уведите руки во вращение. Оттолкнитесь от спины. И поменяйте их местами. Появилось это ощущение? Итак, я напоминаю, нам с вами необходимо не сюда послать руки, а чуть вперед. И сразу уйти во вращение. Вместе со мной. Очень спокойно. Ич. Теперь, если это правая рука,
правое плечо стремится к правой ноге, а левая рука к правой же стопе. Ич. Вверх. Левая рука. Ни. Сан. Правая рука сверху. Волна вдоль земли. Вы становитесь абсолютно параллельным земле. Выдох сильный, мощный, который ничего не задерживает. То есть вы не кашляете, не блюете, да? А три раза выдыхаете. То есть один выдох вы делите на три порции. После этого вы возвращаетесь в состояние домика, из которого стартовали, пятки на земле. И выполняете простой прогиб, так, чтобы увидеть потолок. Возвращаетесь в домик, волна с тремя выходами. Возвращаетесь в домик, прогиб. Возвращаетесь в домик, волна. Возвращаетесь в домик, прогиб. Еще раз. Сейчас разбиваемся на пары. Необходимо сделать 10. Традиционно это упражнение, вот ребят, которые у меня занимаются, знают, мы делаем его на каждой тренировке 100 раз. Со временем эти 100 раз становятся очень-очень легкими 100 раз. Да? Если это делать каждый день, то это не представляет никакой проблемы. Сейчас я понимаю, что, может быть, для вас какие-то упражнения будут новыми, поэтому по самочувствию. Но мы будем делать так, как это положено, то есть норма для этого упражнения – это сотка. Упражнение очень простое. Ладони находятся на бедрах. Больше на протяжении всего упражнения с бедра ладонь не должна уйти. Дальше я по бедру поднимаюсь к колену и возвращаюсь снова на бедро. И так 100 раз. Велосипед. Мы бьем пяткой вперед. То есть движение, смотрите, колено идет к себе, пятка вперед. Ич, ни, сан, щи, го, рук, сич. О формировании усилий. Это ката санчин, целая ката. И то упражнение, которое мы сейчас будем с вами делать, называется тай атоши. Тай – это тело. Атоши – уронить. То есть мы будем ронять тело. Упражнение в нескольких ипостасях существует, но смысл вот такой. То есть я реально роняю тело и в последний момент ловлю себя на выпрямленные руки. Обратите внимание, что все, кроме рук, расслаблено. Сядьте на минуточку, пожалуйста. Почему это важно? Устойчивая позиция. Да, лучше эта нога вперед. Потому что я отсюда буду тянуть. Я человек хочу вытянуть из этой позиции. Он сопротивляется. Понятно, да? Теперь я делаю следующее. То, что я должен сделать с помощью тая тоши. Но я еще хорошо знаю санчин, да? Поэтому я беру захват здесь, я беру захват здесь. Теперь этот захват я соединяю своими локтями, свои локти я соединяю своими плечами, а плечи я соединяю своим центром тяжести. А теперь в этом состоянии я делаю тая тоши, падаю вниз. Понятно, да? Тая тоши – это принцип формирования реактивного усилия. Реактивное усилие – это когда, чтобы что-то долбануло вверх, что-то должно долбануть вниз, да? Не обязательно бросок, да? Это может быть толчок, это может быть в данном случае, если мы говорим, например, да, элемент ката сиюнчин, да? Если человек же не хочет, чтобы ему шею сломали, поэтому мне нужно создать очень сильное усилие, да? Тая тоши. Я создаю на точке приложения усилия, которые он не сможет контролировать своими мышцами, и в результате, да, сувенир, да, на тебе голову иди. Вот, поэтому очень-очень важное упражнение. У вас сейчас позиция должна быть такая, что вы могли опуститься в нее с широко разведенными коленями, голени должны остаться перпендикулярными земле, да, а спина прямой. И вот в этом состоянии, внимание, ручки здесь уже на бедрах, делаем глубокий вдох через нос, напрягаем ноги, стягиваем к центру, как в самом начале, да? Стягиваем ноги, напрягаем попу, прямые коленки,
напрягаем попу, напрягаем низ живота. Все, что внизу, сильно напрягли. Чувствуете? На вдохе. А теперь на выдохе это все отключаем и падаем. В буквальном смысле отключаем, как будто у нас мышцы выключились. Вдох, выдох. Как вверх. Вот в таком естественном почти положении, да? Не надо держать шею, голова может спокойно утонуть в плечах, да? Потому что если вы падаете вот так, вы точно не расслабляетесь, да? Вы держите себя. Все должно расслабиться. Приготовились. Ич, ни. Ич, ни. Когда мы с вами стягиваем ноги, да? Чтобы стянуть ноги, мы вольно или невольно переводим акцент на внутреннее ребро стопы. Да? Если вы тянете ноги к центру, вы это по-другому делать не можете. Но когда вы падаете, вы переводите акцент на внешнее ребро стопы. То есть стопа у вас работает. В момент создания напряжения к центру, в момент, когда вы падаете от центра. Приготовились. Ваша задача. Вот сейчас как раз тот самый реактивный, да, способ. Мы роняем это вниз. В этот момент это летит вверх. Ошибки. Вверх. Вот это не вверх. Это вперед, а потом вы поднимаете мышцами вверх. Она должна полететь вверх, да? Вверх. Вверх. Как будто вы груз толкаете вверх. И по этой же траектории рука возвращается обратно. Смотрите, не так. Не так. По этой же траектории возвращается обратно. Как будто вы бьете в трубу и из трубы вытаскиваете. Поднимаете в трубу и из трубы вытаскиваете. Окей? Приготовились. Закрываю большим пальцем. Это диаметр положения кисти. Здесь пустота. В этом состоянии, сядьте, пожалуйста, секунду. Нам нужно, не теряя параллельность стоп, не теряя фронтальность бедер, не теряя фронтальность плеч, сделать простой мат, но не так. То есть вот эта рука должна двигаться в абсолютном перпендикуляре положению тела. Да? То есть вот это неправильно, вот это правильно. Опять же, как будто здесь стена. Окей? Приготовились. Да. Вот этот вот навык очень важный, очень, да? Очень много техник делается через вот эту работу, да? Да. Умение управлять соединением лопаток и соединением плеча очень важное. Айский боксер. Да? То же самое. Спасибо. Сильно? Извини, пожалуйста. Ничего. Ни. Сжимаем ладони. Плечи вниз, локти вверх. Делаем себе вот такое окошко. И плотно-плотно прижимаем его к груди. Пальцы борются. Сан. Поднимаем руки по телу так, чтобы мизинец оставался у тела. Мизинец у тела у всех? Теперь одновременно сжимаем ладони, опускаем локти и плечи, не отрывая мизинец от тела. Вниз, вниз, вниз. Сан. Раскрываем основание ладони. Борются пальцы. Вот такое положение. Щи. Го. Сядьте, пожалуйста. Следующее упражнение тоже очень важное. Это фактически подготовка к тому, что будет происходить в санчин. Ваша задача. Смотрите. Мы одновременно соединяем точки, которые находятся на середине стопы. Напряжение уходит в колени. Да? Ич. То есть очень плотно стоим на стопах, соединяем точки на границе стопы и поднимаем напряжение в колени. Одновременно с этим, например, с указательного пальца, мы будем по-разному, собираем кулак и начинаем вкручивать предплечье таким образом, как будто мы хотим локти поместить как можно ближе к нашему солнечному сплетению. Одновременно с этим опускаем плечи назад и вниз.
То есть вот такое действие. Ноги, руки, плечи. Ич. Не так. Задача вкрутить как можно больше предплечья внутрь и соединить ноги и опереться на пятки. Окей? Попробуем. Локоть вертикально вниз. До ощущения легкого дискомфорта. Мизинец к себе, большой палец на середину, остальные из основания большого пальца вкручиваем в себя. Плечи вниз, плечи вниз. Хорошо, натянули пальчики. Ич, до прямой руки. Ни. Поменяли руки. Ич, к себе. Ни, натянули пальчики. Сильно давим на грудь. Вдох. Увидев стену сзади, выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Внимание. Голова в бок, строго в бок. Противоположное плечо вниз. Я создаю здесь натяжение. Очень важна работа противоположного плеча. Ич. Ни. Сан. Тренировка периферийного зрения. Смотрите, мы с вами начинаем поворачивать голову. Сначала объясню схему упражнения, потом про зрение скажу. Мы поворачиваем с вами голову в бок. Вот сделайте движение до ощущения, что у вас поворот достиг некого физического максимума, да, отведенного природой. Не преодолевайте его, просто вот упритесь в него. Почувствовали его, да? Теперь посмотрите, пожалуйста. Вот это плечо я начинаю отводить назад, а головой преодолеваю максимум. Ич. Теперь сюда поворачиваю голову опять до естественного упора. Теперь плечо назад и этот упор преодолеваю. Ни. Понятно, да? Теперь смотрите, что происходит со зрением. Когда я начинаю поворачивать голову, я делаю это медленно, я зрением, то есть у меня зрение все время сконцентрировано на периферии моего движения. Да? То есть я смотрю не перед собой, а я все время смотрю сюда. То есть все время нахожусь в зоне периферийного зрения. Задача, когда я преодолею вот этот естественный промежуток, моим периферийным зрением увидеть точку, которая находится точно за моим затылком. Если вы будете смотреть вперед, вы ее никогда не увидите. Но если вы переведете внимание на периферийное зрение, вы ее обязательно увидите. Понятно? Задача. Вы должны увидеть эту точку раньше, чем закончите упражнение. Понятно? Взгляд должен опередить движение. Вот это базовый дзюмбиун, с которого начинается каждая тренировка в Годжирю. Именно потому, что это в первую очередь как разминка, так и кондиция, так и базовая техника. Да? То есть, условно, когда мы с вами делаем вот это движение, да, потом оно трансформируется в блок хара-йога. Когда мы с вами делаем вот это движение, потом оно трансформируется в сайфу. То есть все эти движения являются корневыми, принципиальными, хореографическими движениями для технических действий в школе Гудзюрю Крафта.